Здравствуйте, друзья. Зовут меня Елена, и Кузьма собралась в геометры. Вчера там ничего не было, уже до угла дома дошла. Но он меня догнал. Кузя, я пошла. Кузя, ветер у нас сегодня сильный, нам свой метет. Снег у нас так никто и не убирает. Вчера и начальнику подворникам говорила, говорю, когда это безобразие прекратится. Трактор не успевает. Трактор — это дороги, ладно. А тротуар-то дворники должны чистить. Все, дальше не пойдешь. Ну, Гулёна мой сегодня пришел в час ночи. Здесь вычистили трактором и дорожки все, а у нас нет. Идеальная чистота. Ну а возле метра там вообще невозможно. Муж пришел с ночи, я опять иду одна. Вот, вот все, он в догонялки играет. Пойду завтра, мы собрали же на шашлыки идти. Газа все равно нет, надо мне купить мясо. Но если не будет по акции, придется купить обычное. Ну, на улице у нас солнышко. Ты далеко собрался, Кузя? Кузя, ты куда пошел? Ага. Подъезд собрался в чужом доме. Тут раньше я вам показывала, кормили. Была кошка, страшилка такая, пятнистая. Он с ней дружил всегда. Теперь она куда-то исчезла. Ты давай к дому иди. Иди к дому, нечего здесь сидеть на чужом лето. А то потом не знаешь, где тебя зовешь, ты не знаешь, где ты есть. Ну, все, пошел. Ну, есть лапы. Есть кошачьи. Может, он сюда лазит. Ее ищет, кошку эту. Он кастрат. Ну, с ней он дружил. С нашей-то дома, с Милахой, он не дружит вообще. Ни в какую. Ну, все. Всем хороших выходных. Мы будем ждать, когда нам газ дадут. Ну, завтра на обед пойдем. О, у нас тут еще, я вам не показывала, чижики с другой стороны открыли пивную. Несмотря на то, что не имеют права. Вот расстояние до дома. Кузенька, ты сел на проходе, мальчик мой. Все, иди к дому. К дому иди, дальше дорога. Ну, все. Я пойду, он сейчас вернется туда. К 17-му дому, к этому, к 9-этажному. И там будет меня ждать. Вот такой вот у меня верный пес. Нет, нет, дальше не ходи, Кузьма, дальше не ходи. Нет, идет все равно. Я не в этот магазин иду, я иду через дорогу. Все, всем хорошего настроения, всем хорошей погоды. Главное, будьте все живы и здоровы.